это будет символическим камнем. Помимо самого дольмена, здесь планируют развернуть целый этнографический комплекс. Отдавая дань памяти народам, населявшим эти земли до Кавказской войны, его экспозиция в первую очередь будет рассказывать об убытках. Это место почиталось убытками как священная гора. Вот. Бытха, в принципе, и переводится как богиня птицы. Ей поклонялись убытки, она... переносились какие-то жертвы, здесь как бы совершались обряды. И вот это именно вот этот вот этнографический компонент мы хотели привнести в нашу экологическую тропу, потому что это как бы делает ее намного интереснее. Дольмен будет возводиться по всем правилам. Его составят из огромных многотонных плит. Правда, при строительстве не обойтись без современной техники, но авторы проекта уверяют, что и древним строительным инструментам тоже найдется применение. Мы будем использовать комбинированную технику. Для чего? Использование бронзовых орудий покажет их возможность было использования в эпоху бронзы ранее. А использование, допустим, кремниевого диабазового орудия покажет сравнительную альтернативу использования именно камня в период энеолита, в период ранней бронзы. Когда начнутся работы, неизвестно, пока не решен финансовый вопрос. Правда, часть денег обещали выделить в адыгейском отделении Русского географического общества. Остальное финансирование энтузиасты планируют получить от заинтересованных спонсоров.